Добрый день, меня зовут Алексей Коваль, я менеджер компетент-центра SPV Company Ltd. И сегодня мы поговорим об индустриальных замках. Индустриальные замки используются для ограничения доступа к внутренностям различного оборудования. Например, банкоматы, терминалы, вендинговые аппараты, серверные шкафы, электрощитовые, игровые автоматы, таксофоны. А также для запирания почтовых ящиков, витрин, шкафов для хранения, депозитных ячеек, багажных и технических отделений в транспорте и так далее. Область применения замков для оборудования не ограничена стандартами, и если у вас есть задача закрыть что-либо необычное, этот тип замков всегда придет к вам на помощь. Предлагаемые SPV Company замки известных торговых марок Abloy и Multilock выполнены в цельнометаллическом корпусе, латунь или сталь, и сделаны на базе высокосекретных патентованных ключей на платформах Abloy Protect 2, Abloy Sentry, Multilock Classic Pro, Multilock Interactive Plus, что делает их одними из самых надежных на рынке. Наличие патента исключает неавторизованное копирование ключей. Бланки ключей распространяются строго по сервисным центрам. Сервисные центры изготовляют ключи только по предъявлению полномочий. Наиболее современными на сегодняшний день являются замки с электромеханическими цилиндрами Multilock Click и Abloy Click, совмещающие в себе надежность высокосекретных механических цилиндров и высокую криптостойкость электронных систем. Ключ пользователя совмещает в себе и нарезку механического ключа, и чип с кодом открытия электроники, и встроенные часы для фиксации времени открывания, и элемент питания для блокирующего микромотора в цилиндре замка. В таких замках можно настроить доступ по расписанию, быстро удалить ключ при его утере, получить отчет о событиях на замке или ключе и узнать, кто и когда открывал замок или пытался его открыть в неурочное время. Индустриальные замки можно разделить на несколько типов. Первый. Замки CAM-типа, CAM-LOX с поворотным языком. Второй. Замки T-Handle, замки для торговых аппаратов. Третий. Замки мебельные, кабинет LOX, замки для выдвижных ящиков разного типа мебельных дверей. Четвертый. Замки Switch Lock. С помощью механического ключа в этих замках можно управлять цепью электропитания, включать и выключать оборудование. Пятый. Замки для банковских депозитных ячеек. Замки CAM-LOX с поворотным языком. Самый распространенный тип используется для запирания распашных дверей оборудования, шкафов, ящиков, где требуется высокий уровень безопасности и функциональности. Отлично противостоят самым жестким погодным условиям и применяются в оборудовании, где скапливаются или хранятся значительные материальные ценности, например, платежные терминалы, вендинговые аппараты, игровые автоматы. Разнообразие типа размеров камлоков по длине, диаметру, размеру и форме языка, а также широкий выбор по ключам дает широкий спектр применения в энергетике, банковской сфере, аппаратной торговле, а также в сфере досуга – музеи, спа, бассейны и так далее. Замки T-Handle – специальные замки для вендинговой торговли. Исходя из названия, замки вставляются в рукоятку, с помощью которой закрывается торговый автомат. Защелкивая ручку, замок автоматически запирает аппарат. Открыть его теперь можно только ключом. Мебельные замки. Используются в самых разных областях. От помещений с высокими требованиями безопасности, такие как стеклянные, ювелирные и музейные витрины, до металлических промышленных шкафов, расположенных в суровых погодных условиях. Мебельные замки имеют единый эксклюзивный вид, отвечающий требованиям качества и дизайна наших клиентов. Большой ассортимент мебельных замков предоставляет широкие возможности для безопасного функционального решения запирания выдвижных ящиков, распашных и раздвижных мебельных дверей. Switch Lock. Замки Switch Lock представляют собой надежное решение для охранной сигнализации, блоков управления и других сфер применения с высокими требованиями безопасности. Switch Lock используется в электрических схемах, где требуется контролируемое включение-выключение. Используя патентованные платформы ключей, можно гарантировать только санкционированный доступ к запуску и выключению оборудования. Замки для депозитных ячеек. Надежное решение для банков, которым требуется высочайший уровень безопасности и функциональности. Депозит Lock оснащены мощным ригелем и высокосекретными цилиндрами, которые могут поддерживать технологию Click и обеспечивают самый надежный на сегодняшний день электромеханический доступ. Ключ от первого цилиндра находится в банке, ключ от второго выдается клиенту. Доступ к депозитной ячейке предоставляется только при наличии обоих ключей. Благодаря технологии Click можно отследить время каждого открытия ячейки. Одной из самых важных возможностей, предоставляемых SPV Company Ltd, является возможность сборки любых замков в серийные системы, таких как мастер-ключ, когда от каждого замка есть свои ключи и есть мастер-ключ, открывающий все замки, так и система «Один ключ», когда вместо громадной связки ключей вы имеете один ключ, открывающий все ваши замки.
мы коротко обговорили индустриальные замки. Если у вас возникли дополнительные вопросы, обращайтесь в компетент-центр SPV Company Ltd. Ссылка с контактами находится в описании. Я и мои коллеги с удовольствием вам поможем. Всего доброго, до свидания.